11 серия. 2012. Зачем ты это делаешь? Уже несколько дней не ешь. Как ты думаешь, анорексия облегчит твою боль? Знаешь ли ты, каково это, когда человек, которого ты любишь больше всего на свете, внезапно исчезает? Я думал, что на этот раз Бог наконец-то благоволит ко мне, озарив мою жизнь светом. Но он снова одурачил меня. Снова и снова он забирал самых дорогих людей в моей жизни. Мои родители. Фань-Фань. Жачинь, возьми себя в руки. Если Фань-Фань увидит тебя в таком состоянии, это разобьет ей сердце. Я знаю, что так и будет. Может быть, она все еще жива в параллельной вселенной. Что это значит? Тебе приходило в голову, что Фань-Фань не должно быть здесь? Возможно, ее единственный способ выздороветь – это вернуться в свое время. В этом мире нет ничего невозможного. А кто этот доктор? Почему он продолжает нападать на нас? Он просто фигурант в одном из моих дел. Я посадил его за решетку. Он еще переживает из-за этого. Почему раньше не рассказал? Все определенно не так просто. Я ничего не могу от тебя скрыть. Ты помнишь тот репортаж в новостях неделю назад? Неделю назад? Помню. Это было по телевизору. Речь о деле, в котором подозреваемый устроил ловушку, чтобы заманить людей. Он человек, стоящий за всем этим. Известный преступник с высоким интеллектом. Если я не ошибаюсь, он хотел использовать это дело, чтобы разрушить мою репутацию, но я видел его насквозь. Теперь после освобождения он пытается отомстить мне. Фань-Фань. Находясь со мной, ты можешь подвергнуться опасности. Тогда не слишком ли поздно передумывать? Почему ты так рано проснулся? Я не смею заснуть. Я боюсь, что это сон. И ты снова уйдешь, когда я проснусь. Больно. Если больно, значит, это не сон.
Здравствуйте, вот ваши цветы. Благодарю. Фань-Фань? Привет. Люжа Чэнь, куда ты ушел так рано утром? Кое-какие рабочие дела. Я скоро вернусь, жди меня дома. Тогда хорошо. Я встану и подожду тебя. Возвращайся скорее. Хорошо. Пока. Сегодня она должна сказать «да» на мое предложение. Алло. Привет, Фань-Фань. Я здесь, выходи скорее. Хорошо. Жетень. 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 Нет. Жетень. Жетень. Фань-Фань, ты не спала уже несколько дней. Почему бы не пойти и отдохнуть? Когда я закрываю глаза, мои мысли только о Люжа Ченя. Я не могу уснуть. Я не могу поверить, что это правда. Я добьюсь того, чтобы Гао Жуэнь предстал перед судом. Я засужу его. Не печалься. Может быть, Жа Чэнь оказался в параллельной вселенной. И он еще жив. Параллельная вселенная. У
Ученые обнаружили, что пузыри Ферми продолжают расширяться из-за галактической среды. Однако пузырь приводит к распаду горячей плазмы. Если она соприкоснется с другими объектами, возникнут непредсказуемые последствия. Эти регионы богаты электромагнитным излучением. Ученые надеются собрать больше ценной информации о них. Гао Жувэнь, 6 лет, усыновлен доктором. Имя Гао Жувэнь. Что пошло не так? Две тысячи двенадцатый. Фань-Фань! 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 Я очень скучаю по тебе. Я не знаю, какая ты в будущем. Я не знаю, встретимся ли мы снова. Ты? Фань-Фань, ты? Это я. Это я. Это ты. Я вернулась. Я тут давно не была. Интересно, как поживают мои родители? Зайди и взгляни. Но... Клиент ясно дал понять, что ему не нравится кориандр. А ты что написал? Ты написал, чтобы положили побольше. Ты хочешь, чтобы наш ресторан закрылся? Ты такая хорошенькая, даже когда злишься. Ненавижу тебя. Я был слишком занят. Слишком занят? Если бы только Лу была здесь. Ты же не будешь вечно полагаться на Лу, верно? Она не наша дочь. Я пришла помочь. Лу, ты... Ты вернулась?
Я вернулась. Вы вместе проводили все это время? А, да. У нас было путешествие. Хорошо, ладно, мы ладно. Рады, что ты вернулась. Давай так. Я пойду на кухню, приготовлю прекрасный ужин. И тогда мы все вместе покушаем. Спасибо, госпожа Лу. Да, вперед! Я приготовлю продукты, а ты будешь готовить. Конечно, подготовка утомляет. Прошу. Пойду помогу ей. Хочешь выпить? Конечно. Это хорошее вино, личная коллекция. Господин Лу, вы боитесь госпожу Лу? Я не боюсь ее. Я ее уважаю. Ты видишь, что я делаю все, что мне говорит госпожа Лу. Попросит пойти налево, я не пойду направо. Не думаю, что это смешно. Знаешь почему? Просветите меня. Давай, сделай глоток. Дело вот в чем. Госпожа Лу подарила мне лучшие годы своей юности. Она дала Фань-Фань теплый дом. Разве я не должен задабривать и баловать ее? Должен. Вот как я ее уважаю. Кроме того, Фань-Фань еще маленькая. Так что я надеюсь, что смогу подать ей пример. Надеюсь, что однажды она сможет с гордостью сказать людям, что ее родители очень любят друг друга. И она тоже найдет такую любовь. Я просветлен. Ясно, почему я тоже боюсь госпожу Лу. Господин Лу, за вас. Давай. Лю Жучень, почему ты пьешь соленую воду? Она вкусная. Мы говорили о тебе. Всегда относился к тебе как к собственной дочери. Поэтому верю, что у тебя есть собственное представление. Представление о том, какой мужчина достоин тебя. Это не так уж и сложно, если заботится, любит и понимает тебя. То нет ничего важнее этого. Господин Лу, я буду хорошо заботиться о ней. Ты что такое говоришь? Что за чушь несешь? Я знаю. Что ты знаешь? Сестренка? Лу, ты знаешь, как долго тебя не было на работе? С этого момента я буду заниматься всей доставкой. Подними руки. Первый шаг – это завязать фартук. Это неправильно. Почему я должен учиться готовить? Потому что я не хочу, чтобы ты ужасно для меня готовил. Но в будущем я стану адвокатом, а не поваром. Ты собираешься учиться или нет? Я научусь. Показывай, мне нужно научиться на практике. Давай. Вытри насухо, иначе ты обожжешь руки. Хорошо. Вот так? Такими и должны быть мужчины. Должны преуспевать как на работе, так и дома. Судя по их скорости, похоже, они собираются жить вместе. Да. Пойдем. Идем? Иди сюда.
Братик! Братик, ты знаешь, куда ушла сестра? Мы все скучаем по ней. Она отправилась в далекое-далекое место. Что это значит? Это просто далеко отсюда. Так же далеко, как будущее. Так она вернется или нет? Вернется. Верю, что вернется. Я тоже верю. Ты веришь? Конечно, верю.